Не так давно на базе детской городской библиотеки номер 2 состоялось открытие информационно-поискового центра «Витязь». В состав объединения вошли школьники, которых интересует тема родной истории, в том числе и история Великой Отечественной войны. Уже сегодня на счету юных поисковиков несколько выездных экспедиций и архивных находок. Чтобы дать дополнительный стимул этим мальчишкам и девчонкам, организована патриотическая площадка «Дорогами Победы». Так как они занимаются поиском информации, работают с базами данных, то, естественно, они должны знать больше нашу историю, работать больше с литературными источниками. И сегодняшнее мероприятие, оно рассчитано на то, чтобы расширить их кругозор. Эта акция центра приурочена ко Дню города. Выбранная тема посвящена подвигам брянцев в годы Великой Отечественной войны. Причем раскрыть образы героев, описать версии событий старались со всех сторон и с разных точек зрения. Для собравшихся выступили ведущие историки, военные археологи и представители духовенства. Помимо этого была организована экспозиция с реальными артефактами тех лет. Интересно, это, конечно, вкладыши от солдатских медальонов. То есть это судьба, жизнь каждого человека. Но у нас имеется несколько вкладышей. Родственников мы найти не нашли, но вкладыши есть. Есть те карандаши химические, которыми заполнялись эти вкладыши, тоже были найдены на полях сражения Великой Отечественной войны. Экскурс по Дорогам Победы важен для детей. Такие мероприятия, по словам организаторов, помогают воспитать настоящий патриотизм. В будущем аналогичные акции обязательно будут расширять. А самое главное, в истории таким образом не должно остаться забытых имен. Виталий Угримов, Владимир Сидоров. События. Брянск.